Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Джанна Самаюктам Бинда Банам Манохарам Ванча Калпатару Вашчики Пасинду Бевача Патитананг Павуне Бхавишнаве Бхьо Наму Нама Мукангкароти Вачаланг Пангунг Лангхайта Гирим Ятки Патам Хангабанде Парамананда Мадавам Бриндавай Тулсидеп Вай Пиявай Кешава Сача Шна Бхакти Паде Деви Сатва Ваттвай Наму Нама Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттамам Девинг Сарасватинг Вясам Тато Джайо Мудирай Шанкиртане Кришна Катху Падеш Гаурия Патрашва Пракасане Ча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагод Баруна Дхейям Сада Парибхавагнам Авишта Духам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витаттихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарунарвиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Бишпуриджи Такимапикавадушва Дарши Пурнанурагра Сасагра Сарамурти Сарадикамай Када Кипам Криши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Аджану Ламбита Бхужау Канака Бодато Санкиртаной Капитару Камала Йотакшау Вишамбару Диджавару Джугадхарма Палау Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Бхуктинча Муктинча Дадаси Ниттам Бхаванурупена Саданаранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманга Мадапхарам Варанаси Пурапати Бхаджавишанатам Вагиша Джоша Бадане Лакшмир Джоша Чавакшаси Ясясте Десамбид Твам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе Харе
Hare Ram, Ram Ram, Hare Achaitanya vidam vishvam yadi chaitanya misvaram na viduhu sarva sastrajna opihi brahmanti te jana Achaitanya vidam vishvam yadi chaitanya misvaram na viduhu sarva sastrajna opihi brahmanti te jana Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Paramahansa Jagadguru said that Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что мы, Гауди, готовы потратить литры и литры крови для освобождения этих обусловленных душ, для необычных людей. И вот мы готовы потратить литры и литры крови для освобождения обычных людей. И вот Гауди Гоштипати Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад говорит, мы, преданные Гауди Матха, готовы потратить литры и литры крови для освобождения обусловленных душ. Но обусловленные души, у них есть свободная воля. И если они могут прийти к нам, могут услышать то, что мы говорим, в этом случае это возможно. Если они избегают нас, в этом случае мы не можем освободить их, это невозможно. И вот да, божественная цель. И вот цели Гауди миссия. И вот Упанишады говорят нам, те, кто обусловлены души, для них Упанишады говорят, и вот Упанишады говорят, Упанишадах спрашивают обусловленные души, почему они как буквально спят. Если кто-то делает вид, что спит, такого человека нельзя разбудить. Даже зная, что это истина, но все же они не могут этого принять. И это зовется Майя. Это милость Майя Деви. Майя благословляет нас так, что даже зная абсолютную истину, мы не можем следовать ей. Шрила Прабхупада дает нам совет в Упанишаде. Как? И вот Шрила Прабхупад пишет в Упанишамрите, как только мы узнаем, что такое абсолютная истина, до тех пор, пока мы следовали какой-то лжи, но когда мы узнаем абсолютную истину, мы должны принять ее сразу же, ни медля, ни секунды, сразу же. Если вы не готовы принять сразу такой шаг, мгновенно следуйте и думайте, надо вам или не надо, то в этом ничего хорошего нет. И вот Шрила Прабхупад говорит, как только вы пришли, узнали об абсолютной истине, вы должны принять эту абсолютную истину. Упанишады молятся, спрашивают нас, точнее, почему мы спим, почему бы не начать развивать сознание до высот, почему мы находимся буквально в аду, если Бхагаван дал нам такие возможности, имеется в виду Майя Деви.
Бхагавана сделала так, что мы обретаем такой опыт. И вот Шрила Прабхупад говорит, прямо или косвенно, Бхагаван говорит, и вот мы получаем совет от Гуру Вайшнава Шастры. Бхагаван является в форме Писаний, в форме Гуру Вайшнава. Бхагаван приходит в форме Дамы. Бхагаван приходит в форме Намы. Или в форме Махапрасада. Махапрасад тоже трансцендентен, это Тадьяваста. Много преданных. Гуру Махараджу задавали такой вопрос, что мы принимаем прасад, мы следуем Экадаши, мы слушаем Харикатху, совершаем парикраму. Вроде все делаем, но не получаем силы. Почему? Гуру Махарадж говорил, на самом деле, вы делаете все. Вы думаете, что вы делаете все, но вы не считаете, какие оскорбления вы совершаете. Это за пределами вашего этого понимания. И поэтому вы принимаете омовение в Ганге, совершаете парикраму дамы, повторяете харинаму, следуете Экадаши, слушаете харикатху, все делаете, я знаю, но с материальным представлением. Делайте все с таким, с материальным сознанием. И находитесь в даме тоже с материальным сознанием. Повторяйте харинам также. И слушая харикатху, тоже не все могут слушать ее без материального ума. Или сколько веры вы имеете в харикатху, сколько и ваш прогресс на пути баджана зависит только от того, как, сколько любви, сколько внимания, с каким вниманием вы слушаете харикатху. Слушать харикатху — это связано с садусангой. Что такое садусанга? Это тоже относится к разделу харикатхи, поскольку садусанга значит харикатха. Если нет садусанги, значит нет харикатхи. Это все взаимосвязано. И вот здесь говорится, и вот харикатха и харикиртан — это единственное, что нам нужно, чтобы победить этот страшный материальный мир. И вот в Упанишадах говорится, Риши Муни предупреждают нас, почему мы, как мертвецы, вставайте, развейте ваше сознание. И множество благословений ждет вас, почему вы не принимаете их. Пытайтесь возродить ваше сознание, поскольку вы должны поклоняться Шри Чайтанья Махапрабху. Чтобы поклоняться Шри Чайтанья Махапрабху, вам нужно развить полное сознание. Этот материальный мир, мы живем в нем, живем своей материальной жизнью в этом материальном мире, но мы забываем, что мы буквально идем по лезвию ножа. И поэтому мы должны быть предельно осторожны, аккуратны с этим лезвием.
с хождением по лезвию сравнивается материальная жизнь. И вот что же делать? Что делает Гауди Матх? И какие божественные действия и признаки Гауди Матха? И вот вчера я говорил какие-то вещи, и сегодня продолжаю. Иначе вот Махарадж рассказывал вчера о саньясе и Бабаджи Веше. И вот главный вопрос в чем? Что делает Гауди Матх? Люди спрашивают, что делает Гауди Матх. Другие организации, другое общество, они какие-то свои социальные эти действия проводят, но что мы делаем? Они открывают храмы, кормят людей, какую-то общественно полезную деятельность. Пытаются заниматься общественно полезной деятельностью. А Гауди Матх этим не занимается. И вот люди спрашивают, что... То есть внешне Гауди Матх не занимается никакой такой материалистической деятельностью. Гауди Матх, в отличие от других организаций, несет особую миссию. Я вчера начал говорить об этом, сегодня я продолжу. И вот главная обязанность Гауди Матха — это предотвратить неправильное положение дел в этом мире. И это внешне не приятная обязанность Гауди Матха, Гауди Миссии, Читани Миссии. Я не знаю, откуда такой комментарий пришел. И вот Шри Чайтанья Махапрабху во всей своей лиле. И вот Шри Чайтанья Махапрабху во всей своей лиле. Можете ли вы показать хоть один пример, когда Махапрабху сказал, что нужно основывать храмы, ставить божеств? Никогда Махапрабху такого не говорил. И как вы можете думать, что это мерило в пути проповеди? И вот Госвами Махарадж, Бон Махарадж, они все... Но нельзя сказать, что они не достигли успеха, поскольку не занимались тем, чем не говорил заниматься Шри Чайтанья Махапрабху. Что такое успех, если я исполняю указания Гуру Махараджа? Гуру Махарадж мне никогда не говорил ездить на Запад или строить храмы. И вот. И поэтому, если я... И что сказал Гуру Махарадж? Он сказал совершать Вани Севу. Если я совершаю эту Вани Севу, это и есть мой успех. А если кто-то свой успех измеряет строительством храмов или установкой божеств, то или большим количеством учеников, это не мерило успеха на пути Гауди Матха и миссии Шри Чайтанья Махапрабху. И вот
То есть мерило успеха другое. И вот суть в том, что Гаудимат хочет, он и вот Гаудимат И вот Шрила Прабхупада, чтобы предупредить людей, он назвал сахаджеев своими именами. И некоторые люди возмущались, что он сахаджеев назвал сахаджеями и сказал, что не следует к ним идти. И что говорить о сахаджеях в нашей сампрадае, тоже много сахаджеев, мне стыдно, но так и есть, что делать. Гуру Махарадж, он часто сожалел об этом. Что очень много среди наших последователей стало сахаджей. Поэтому называть сахаджи сахаджиями уже, как сказать, ну то, что у себя тоже все так плохо, поэтому он сожалел об этом. И вот те сахаджи с той стороны реки или бабаджи с Радакунды, они возмущались, почему вы в нас недостатки находите, почему бы вам не заниматься своим делом, своим баджаном, зачем вы к нам лезете. И вот они говорили это Шри Прабхупаде, почему бы ему не заняться своим делом, зачем им мешать. И что же сказать, Шрила Прабхупад сказал, хорошо. Почему я говорю? Почему я лаю, как собака? В этом главный вопрос. Есть ли мне милость или нет? Почему я лаю, как собака, если я не могу потерпеть того, что вы тонете в мае? Что я могу сделать для вас? Буду ли я говорить сладкую философию, чтобы просто заработать денег, или буду пытаться сделать что-то по-настоящему полезное? И вот Шрила Бхактивинода Тхакура также. Вот он написал в одном из киртанов такие слова. И Махарадж буквально в каждой своей статье, в каждой книге, он говорит о себе, что он собака Гуру Вайшнава. И вот эти сахаджи возмущались, что Шрила Прабхупад, вместо того, чтобы заниматься своим делом, он их как-то разоблачает. И вот Шрила Прабхупад говорит, что я не редактор. Я не только редактор своих журналов и книг. Нет, я... Я также редактор вашего характера, вашего поведения. Я редактор вашей неправильной философии, то есть той ереси, которую вы пишете и говорите, которую я пытаюсь исправить ваш неправильный баджан. Вы можете думать обо мне как о враге, но дайте мне сделать то, что делаю, та причина, по которой пришел Бхагаван, послал меня, чтобы я сделал именно это. И я делаю, люди очень... У них много предубеждений, поэтому переубедить... Даже если они делают все совершенно неправильно, их сложно. Их предубеждения мешают им. Я говорил, что сампрадая должна наша сампрадая должна
сделать так, чтобы учение Шримана Махапрабху сохранилось в первозданном виде. Но, к сожалению, не все это могут, не все могут признать послание Шри Чайтаньи Махапрабху, которое только-только возможно и настоящее. Если говорю ложь, я могу сгореть. Узнать подлинное учение Шри Чайтаньи Махапрабху возможно только если мы следуем Шри Прабхупаде и нашей Гуруварге. И вот сампрадая, какова польза от поддержания сампрадая или чистоты миссии? Нитьянанда Прабху, он не сумасшедший. Выглядит, что он сумасшедший, но открыл рынок святого имени там, на Нагодроме. И этот рынок Харинама, там Махапрабху бесплатно распространял святое имя за цену веры. И вот он распространял. И наша гурварга, как Шрила Бхактивинода Тхакур, и другая гурварга, они поддерживали чистоту намахаты, намы все, но на некоторые пытаются осквернить это. Они буквально испражняются на этот рынок святого имени. Я знаю, что они будут наказаны. Кто-то думает, что я враг, поскольку моя единственная цель — это сохранить чистоту этого рынка святого имени. Это тоже намахата, где я говорю харикатху. И поэтому я не позволю никакому мусору попасть на этот рынок святого имени. Намахата должна очень чиста, поскольку Нитьянанда распространяет здесь харикатху. И поэтому я не позволю никому принести никакой мусор сюда. Но кто-то, будучи ачарьей, каким-то лидером, он вносит множество таких нежелательных вещей. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, он говорил о себе, как о подметальщике рынка святого имени. Почему? Что, поскольку он пытается очистить этот рынок святого имени от нежелательных вещей. Но, к сожалению, можно наблюдать, что современные проповедники занимаются противоположной деятельностью, приносят всякий мусор и ересь. И вот многие люди недовольны, что я говорю о Шриле Прабхупаде и Бхактивинода Тхакуре, и пытаются всячески помешать. И вот Шрила Прабхупад говорит: это моя обязанность, я как редактор. И вот чистые гуру вайшнавы, они не пытаются находить недостатки ни в ком. Шрила Прабхупад говорит, и вот под руководством Шрилы Прабхупады мы вынуждены говорить, что наша миссия — это не та миссия, которая находит только недостатки, как ваша. И вот наша миссия в том, чтобы помочь вам развить высшее сознание, чтобы вы поднялись на тот уровень сознания, который соответствует уровню Шри Чайтаньи Махапрабху. И вот мы хотим помочь вам развить именно такое сознание.
И вот и еще. У Шрилы Прабхупады не было цели найти ошибки и недостатки там, где их нет. Наоборот, в процессе своей проповеди, если я видел что-то неправильное, он пытался исправить это. То есть есть люди, которые находят ошибки и недостатки там, где их нет. Это разные вещи. И вот Шрила Прабхупада говорил, что те чистые гуру вайшнавы, хотя они могут находить, указывать на наши недостатки, но в то же самое, но можно увидеть, что они делают это с состраданием, с желанием помочь нам. Как в случае с Дакшей Праджапати, вот он находил недостатки там, где их не было, и в результате поплатился за такое поведение. И вот Шрила Прабхупада говорит, что какие же признаки действия Шри Чайтаньи Миссии, те, кто делают что-то, те, кто служит Шри Чайтаньи Миссии, и вот первое, они полны милости. Можем ли мы проявить милость обществу, но можно наблюдать, что такие большинство людей просто делают как-то на показ все. Один преданный спросил у меня, что такое дживахимса. Даже зная Сиддханту Шрилы Прабхупады, мы не говорим ее людям, это дживахимса, джива, душа, это не значит только тело. Шрила Прабхупада говорит, что это тело, это не джива. Хотя внутри этого тела джива, несомненно, есть, да, но это тело не джива, это материя. И вот дживахимса, значит, дживахимса не значит, что только какое-то физическое насилие или издевательство над живыми существами. Физически это нельзя сказать, что это дживахимса, но еще вид дживахимсы, насилие над живыми существами, это те, кто одурачивает их, не может сказать им об абсолютной истине, скрывает факты. Вот сокрытие фактов — это тоже дживахимса. И вот дживахимса — это не только физическое насилие, это тоже насилие, но настоящая дживахимса — это когда скрывают факты и дурачат людей, не говорят о подлинной Сиддханте, пытаются остановить вас от того, чтобы вы нашли подлинный источник. Можно видеть, что некоторые люди заявляют, что саду нигде нет, только они сами саду. Это тоже называется дживахимса. Advice,
И вот много преданных спрашивали меня, где найти настоящего саду. Я отправлял их в Бхарати Махараджа и не скрывал ничего. И вот Дживахимса, ну, мы не должны проявлять Дживахимса по отношению к другим. И вот подумайте, какой признак гаудия, преданных гауди, о которых я говорю. И вот какие божественные признаки и действия. Actually, outside I'm white bears. I already told you that white bears, I mean Paramahamsa bears and sannyas bears. И вот я уже говорил, что Парамахамса веш и саньяс веш, то есть орден Бабаджи и саньяси, их внешние атрибуты, одежда, они не отличны друг от друга. Но имеется в виду, Бабаджи веш включает в себя саньяса веш. Думаете ли вы, что Прабхудананда Сарасвати, он саньяси, а не Парамахамса? Я спрашиваю вас, чтобы подтвердить, спросить о качествах саньяси, саньясы. И вот Брамананда Бхарати и другие. Парамананда Пури, Ишва Пурипад, Мадхавинда Пурипад. Или Прабхудананда Сарасвати подумаете ли вы, что они не Парамахамса? Думаете ли вы, что они не Парамахамса? Если они не Парамахамса, то кто Парамахамса? Они лучшие из Парамахамс. Вчера я хотел связать эту речь с Шлокой Рупы Госвами Пада, чтобы дать ответ Сахаджи, чтобы они открыли свои глаза и увидели и услышали. И вот это моя просьба к вам, почему вам не пойти не изучить комментарии к Упадишамрите. Я знаю, что вы, кто-то думает, что они гопи Радхарани во Вриндаване, хотя у них даже нет никаких представлений о философии, даже Бхагавад-гиту не читали. Наш Шилакеша Госвами Махарадж пишет. И вот те, у кого нет представления о Таттва-гьяне и остальном, те, кто полны анартх, они не должны говорить о Пракрита Лила Виласе. Как ученик, моя обязанность исполнять указания Гурудева. Я не могу пренебрегать наставлениями Гурудева и думать, что я какой-то особый ачарья. Нет, я не могу. Я не могу, если кто-то пренебрегает Гурудевом, это признак такого бессердечного человека. И вот те, кто настоящие саньяси, они автоматически парамахамсы, хотя внешне они показывают смирение и делают вид, что они в категории варнашрама дхармы, что они саньяси. И вот когда Шрила Прабхупада, он Парамахамса парам парамартапати патито дхараме
Все парамахамсы поклоняются этому парамахамсе Шриле Прабхупаде, который он царь среди отреченных, но внешне, смотрите, он носил одежду саньяси, чтобы показать, что он не парамахамса, а просто обычный саньяси. Вот такое смирение, применимо ли оно или нет? Это не мое желание принять Бабаджи Вешот Гурдева. Это он мне дал. Кто-то может подумать, что я, что это мое желание, но верите вы или нет, я вынужден был принять эту белую одежду Бабаджи в начале всего, чтобы скрыть себя через... И вот, и потом я начал проповедь по милости Гуру Варги, даже Бхактивиган Бхарати Махарадж. Около Гирираджа мы сидели, и вот он читал то, что я ему принес. Он благословил меня, чтобы я продолжал писать протестные записки, статьи. Как дальше, как я писал, и он сказал, что ты исполняешь обязанности ачарьи, как Бхагаван дал тебе это служение, поскольку это защита интересов сампрадаи, это обязанность ачарьи, но Бхагаван дал тебе это служение, и таким образом Бхарати Махарадж, Шрила Бхакти Валлабха Тирта Госвами Махарадж, Шанта Госвами Махарадж, Нанда Баба Гири Махарадж, Сагар Махарадж, Бон Баба, кто нет. Они все хотели показать. Я думаю, в то время и вот Махарадж был со своим братом в Боге в читании матха, они пошли, получили даршан Читакпарвата, в Пури, который Читакпарват, и вот поклонились везде. И после этого, что случилось, был вечер. Я вернулся от Читакпарвата, пришел к воротам Пурушоттама Гауди Матха, там, где Шрила Прабхупад совершал Шатакоти Нам Яги, Читани Мат Йога Битхи, и в прочих местах Шрила Прабхупад совершал такую яги. И вот тут какой-то саду увидел нас, сказал: «Стойте, стойте, подождите». И вот он прибежал с просади Малой Шрилы Прабхупады. И вот сказал: «Подождите, подождите, что случилось, зачем он бежит?» И вон Бабаджи, и вот он пришел и дал мне гирлянду, и Шрила Прабхупада мне, и сказал, чтобы я проповедовал. Он не знал, кто я, может, и знал, но я его не помню. Это давно было, лет 20 или больше назад. В то время Гуру Махарадж еще был в этом мире, и его последние годы были. И вот таким образом все, каждый буквально, да, хотел дать мне саньясу для проповеди. И... Но по воле Йогамая, по воле Бхагавана, я получил Бабаджи Веш, белый Бабаджи Веш. Это был такой
такое, как сказать, ну, такой намек. Поскольку многие пытались как-то мне помешать, чтобы я не проповедовал, я никогда не хотел ехать на Запад или собирать деньги, но люди боялись на всякий случай, поэтому всячески препятствовали, и когда они увидели, что вот Баба Замараш не получил саньясы, были очень рады. И вот вчера Махарадж говорил, что 108 имен в Упанишадах предписано, которые должны носить саньяси. И вот в этой самхите Муктика Упанишад. Как-то так. И вот там есть 108 Упанишад. Сейчас уже мало кто знает. И вот 108 Упанишад полностью на мы вайшнавы мы. 11 Упанишадам следуем вот эти. Ну, всего 108 Упанишад. И вот среди них есть Муктика Упанишада. И вот там мы можем найти 108 имен. Этих 108 имен, если кто-то получает саньяс, он должен принять одно из вот этих 108 имен, как Бхакти Сарваса Гири, здесь Гири, Сагар, Парват, ранее вот и все эти остальные 108. И вот вчера тоже меня спросили, как я говорю, что кто-то принимает саньясу, избегая эти 108 имен. И я говорю, как Шрила Бонда Госвами Махарадж, они вот эти, как там, если получают саньясу, или Госвами Махарадж, он своих учеников называл так, что ни одного имени саньяси, которые должны были быть, не было. Ну и в этом как бы неправильного ничего нет. Я хочу выразить свое смирение, то, что Гурудев дал мне Баба Дживеш, но я принял и пытаюсь жить его наставлениями и поддерживать этого саньяса врату, по крайней мере. И если не могу жить как саньяси, то могу жить как Парамахамса, это еще лучше. Это признак Гауди. Вчера вот Махарадж не успел закончить Рупа Санатана, все они приняли белую одежду отреченного. Если мы пойдем изучать Шри Чайтанья Чаритамриту, то там написано, когда Санатане дали новую одежду, но Санатан сказал, я не могу принять эту новую одежду от Тапан Мишра. Если вы хотите, дайте мне какую-то старую одежду. И вот старая одежда. Он принял ее, взял ее по... Ну, одежда имеется в виду просто ткань. Постирал в Ганге, разорвал на три части и носил ее. И вот они, естественные парамахамсы, пытайтесь понять. В начале всего Шриман Махапрабху, он перед нами, перед Махапрабху. И вот он взял эту ткань, поделил на Каупину, Бахиравасу и эту набедренную повязку. И это произошло с одобрения Гуранги Махапрабху. Если было бы что-то неправильно, Махапрабху разгневался бы и исправил.
они вот никакой веши ни от кого не получали, поскольку их веши это парамахамсы, веши они естественные парамахамсы. И вот сейчас мы возвращаемся к тому, чтобы дать достойный ответ сахаджиям. Те сахаджии, они спорят, пытаются спорить, откуда гаудии получили священную шафану, одежду, хотя Санатан Гасай сказал такие слова, что вайшнавы красную одежду, ну, такую, и шафановую не носят. А почему такие аргументы возникают? Потому что такие люди, у них куча этих вопросов, аргументов, то есть их цель жизни это, ну, только находить недостатки в других и спорить, и поэтому они всегда найдут это, и спорить с ним бесполезно, лучше заниматься своим баджаном. Шрила Прабхупад и Бхактинанда Тхакур, они говорили. Махарадж тоже много статей публиковал на эту тему, но она вот читать не умеет. И стремятся к майе, что с них взять. И вот Шрила Прабхупад и Бхактинанда Тхакур говорили, что это единственная обязанность ачарьи, чтобы исправить неправильное положение дел в обществе. Но наши ачарьи боятся что-то исправлять, какие-то протестные статьи даже публиковать, не говоря уже о том, чтобы писать. In bookstore you cannot keep all those books. You put all books into computer. И вот такие ачарьи могут на в лицо говорить одно, а делать совершенно другое, противоположное. You are not going to give any honor to my energy. Money, everything, whatever I collect. Collect it, man? Whatever people give. I'm not going to collect. Without eating, I promise. They know everything. Everything, everybody. Go to Vrindavan, go to Maya, anywhere. If they are out of jealousy, not going to confess, that is simple. But they know everything. That Baba, whatever came in his life, all came books. And that money, I print books. I give your name. Give honor to you and whatever, very nice book. After that, what you do? You ask the computer man to put the book inside the computer, don't disturb. That's when you have mutual connection with them. How you can expect that you can deliver? How you can expect? И вот если кто-то, будучи ачарьей, боится говорить правду, то как он может освободить себя, не говоря уже о других? И вот, что польза от той дешевой славы, с которой вы стремитесь, признак подлинного гауди, участника читания миссии или гауди миссии, то, что им они не стремятся к дешевой славе. С другой стороны, по указанию Бхактинанда Тхакура, они пытаются утвердить настоящее учение Шри Чайтаньи Махапрабху. Вот какие-то люди возмущаются тому, что и вот какой-то ачарья говорил, что у Нити надо не может быть жен, но это глупо.
поскольку в Чайтанья Чайтамрите это сказано Вриндаванадаса Тхакура, и в Чайтанья Бхагавате тоже. А этому ачарьи еще и построили огромное самадхи. Если это такой человек даже не может, не признает слова Вриндаванадаса Тхакура, то что с него взять? Подобно адвокату, он, если что-то говорит в суде, он свои слова должен доказать чем-то, какими-то доказательствами. И я также подобно адвокату. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, первая очередная обязанность всех духовных лидеров, ачарий, очистить наше учение от апасиданта, от ложных идей, ложного учения, ложных каких-то от лжи, в общем. Вот тут есть один саньяси, уже последние 25 лет живет с женщиной. Все знают, никто не... Ну, как бы все знают, делают вид, что они замечают. Его 22 года назад его выгнали из храма с этой бабой. Женили и выгнали. Взяли, показали всем, что этот человек буквально очень быстро опять саньясу принял. Формально одежду саньяси носит и живет семейной жизнью. Суть в том, что люди должны быть честны, если приняли отреченный уклад жизни, то вести себя достойно должны. Иначе выглядит смешно. Если отреченные люди занимаются всякой ерундой, не соответствующей их отреченному статусу, все или почти все делают вид, что ничего не замечают. А если кто-то говорит об учении Шрилы Прабхупады, то недовольных находится целый вагон и тележка, они бросают все свои дела и начинают всячески мешать. Такое вот положение дел. И если какой-то ачарья пишет неправильную сиданту, all
А если кто-то не был смиренным всю свою жизнь, то как он сможет стать смиренным во время смерти или перед смертью? Что такое смирение? Есть люди, которые могут говорить подобно огню, ничего не боясь, но в них есть настоящее смирение. А кто-то какой-то сладкой лживой философией обманывает людей и смиренно, причем внешне. Но такие люди, по сути, обманщики, никакого смирения не имеют. Шрила Прабхупада говорит, пока мы не предадимся полностью, у нас не будет стопроцентного абсолютного самопредания Бхагавану. Мы не сможем говорить об абсолютной истине, подобно огню. Шрила Прабхупада говорит об этом. И вот без Шрилы Прабхупады мы слепы. И вот многие хотят, злоупотребляют. Словами, вот этими каймановаки, умом, телом, речью. Мы не должны причинять беспокойство или боль другим. Но опять же, это не значит, что мы не должны говорить абсолютную истину. И вот в Чайтанья Чаритамрите говорится. Еще мы не должны путать о том, что если кто-то говорит, как сказать, такое жестко о Сиданте, это одно. А есть люди, которые говорят лживую Сиданту, это совершенно другое. А, к сожалению, некоторые путают одно с другим. Если как И далеко не все могут осмелиться опубликовать то, о чем говорил Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати. Вот еще некоторые люди прикрываются этой шлокой, что умом, телом и речью мы не должны причинять беспокойство другим. Но что это значит? Что это? Шрила Прабхупада говорит, принимая, злоупотребляя этой шлокой с читания Чайтамриты, By taking undue advantage of this slope,
То есть здесь Махапрабху говорит, что мы должны продолжать говорить об этой абсолютной истине и не останавливаться. А какие-то люди, наоборот, понимают, чтобы не беспокоить других, они не говорят об абсолютной истине, поскольку это может кого-то побеспокоить, поэтому они боятся. Но это неправильно. Мы должны говорить об абсолютной истине без всякого страха. И вот, чтобы понять божественные действия Гаудия-миссии, божественную занятость Гаудия-матха или Шачитания-миссии, мы должны понять, осознать милость нашей Гурварги, насколько они милостивы, даже если публика хочет отвергнуть их, не выказывать никакого почтения, вообще противиться всячески, но смотрите, насколько милостивы они. Думаем ли мы об этом? What a kind of great sacrifice on their part. You are not never going to think on the contrary, you think they are your enemy. Because they are speaking this way. И вот некоторые люди считают их своими врагами, поскольку они говорят об учении Шачитания Махапрабху. If you sit with me, I can show you thousands of them, not one. Oh, I can go on. This is. So they are out of Chaitanya Mission. They are out of Chaitanya Mission. Only the fact they have influence all over the world. Only this fact. Because of my okay, let them do. This is the duty of Nityananda. It's the duty of Nityananda. I can go on speaking. If somebody will be accept. What is not going to accept? What I can do? So, our Gaudiya-matha devotees when taking. И вот наши преданные Гаудия-матха, когда они принимают саньясу, они. Шрила Прабхупада также дал вот одежду по этот Бабаджи Вешанная, Парамахамса Веш, вот Мадхуранатха с Бабаджи Макараджа и другим преданным. И в других читаниях матхи, в остальных тоже многие получают Бабаджи Веш, Парамахамса Веш. И вот Шрила Мадхава Госвами Махарадж, он внешний саньяс. Но если посмотреть, те, кто выражает, но те, кто его как враги, внешне ведут себя вражески, все равно он служит даже им. И поэтому, если посмотреть по сути, кто из них настоящий Парамахамса, тот
которые носят одежду Парамахамсы или Шрила Мадхава Госвами Махарадж. То есть, если посмотреть по сути, то мы увидим, что настоящий Парамахамса — это Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж или Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж. И вот Шрила Махарадж говорил, что Шрила Мадхава Госвами Махарадж может быть сравнен только с Вакришвар Пандитом. Кто из них Парамахамса? Внешний Парамахамса может носить одежду саньяси, но по сути быть на более высоком уровне. И вот Гуру Махарадж, однажды куда-то его пригласили. Однажды Шрила Пури Госвами Махарадж, он очень разгневался на какого-то таксиста, который оскорбил, не то, что оскорбил, а грубо высказался о Шриле Мадхава Госвами Махараджа. Вот, и он, увидели его такое, и это был единственный буквально случай, когда Шрила Пури Госвами Махарадж был в гневе. Поскольку за дело разгневался, но Гауди Миссия, она никогда не идет ни на какие компромиссы, ни с какими демонами. И вот Шрила Прабхупад, он вел свою миссию уникальным образом. За всю жизнь нельзя найти ни единого случая, когда Шрила Прабхупад, он шел на какие-то компромиссы с кем-то или с чем-то. Нет, он никогда не шел ни на какие компромиссы. И вот такая миссионерская деятельность Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупад хотел доставить нам послание Чайтанья Махапрабху в первозданном виде. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура, Шрила Прабхупад, они учение Махапрабху, они думали, что сочетанием его учения должно прийти к нам в первозданном виде, но, к сожалению, сейчас можно наблюдать, что многие как-то меняют, искажают его учение. И вот, в общем, был какой-то судья, никогда не шел ни на какие компромиссы, судил по совести все. И вот в Индии популярно работу получать, да, взятку. Is the blood sucker, political leader.
В общем, этого судью какие-то политики обвинили в чем-то. Ну, в общем, в чем-то кровопийцы сказали, что он тут только вредительством занимается, а не правосудием. Что людям там семьи содержать надо, там и то, и все, поэтому они там работают, должности за взятки получают. Как вы им надо, вы тут мешаете. Когда я говорю Харикатху, я испытываю радость в сердце. Что такое успех? Кто-то думает, что если примет 1000 учеников, то это успех. Или построит 100 храмов, это успех, но это не является признаком успеха. Даже ваше поведение, ваши действия, ваши слова не могут доказать, что вы достигли какого-то успеха. Но опять же, этот человек может думать, что он успешен, как Хиранья-Кашипу или Равана, они думают, что они очень успешны. Но если посмотреть со стороны, то ничего хорошего они не достигли, никакой это не успех. И признаки успеха каковы? Если мы сможем избавиться от майи и сможем говорить о учении Шри Чайтанья Махапрабху в первозданном виде. Например, Махамарадж переключился на похожую тему. Если у меня нет любви к вам, значит, у меня нет милости. Если у меня нет милости для вас всех, то это значит, я жестокий. А если есть любовь в моем сердце, то милость автоматически явится. И вот Хиранья-Кашипу, Равана, они все успешны, поскольку они находятся наверху Пратиштхи, Лабхи, Пуджи Пратиштхи. Равана следовал такой стратегии успеха. И вот как мы можем сказать, что Раван достиг успеха, но весь мир думает так. Хираньякшипу, Хираньякша. Они считаются успешными с материальной точки зрения, но с духовной – нет. И также, что такое успех в проповеди? Как отличить настоящий успех от мнимого? Как понять, кто такой саду, каковы признаки саду? Махарадж будет публиковать статьи каждый день буквально. И вот определить, кто саду, а кто нет, мы уже наблюдая за его словами, за его поведением, за его жизнью, за его мыслями, за его харикатхой. И тогда мы поймем, кто саду, а кто нет.
Садхананда с вами, смотрите, он достиг великого успеха. Хотя внешне ни учеников особо не было, ни храмов не строил, но Садхананда с вами один из лучших проповедников Гаудия Матха. У него было прямое сознание многих вещей. Мой Гуру Махарадж говорил, что у меня есть ученый брат в Боге, очень образован. Гуру Махарадж говорил, поскольку у него не было зависти. И вот он говорил, что у меня есть очень ученый брат в Боге, и вот он писал статьи. И смотрите, Гуру Махарадж, он намного старше, а тот Шрила Мадхава Госвами Махарадж, он пришел намного позже, но все же, смотрите, с каким уважением Шрила Пури Госвами Махарадж, он говорит о Шриле Мадхава Госвами Махарадж. Шрила Прабхупад говорит, что мы не можем выражать почти смирение перед какими-то демонами. Мы должны действовать как Удавджи. Можем действовать как Удав. Даже я не хочу видеть их лица. Я хочу спасти себя. И поэтому молюсь, чтобы Бхагавану, чтобы я не видел их лиц всю свою оставшуюся жизнь. Есть такие духовные террористы, которые создают множество проблем. В итоге весь мир одурачен и находится в замешательстве, не знает, кто есть кто, что делать и что, как будет дальше. И вот Шрила Прабхупад говорит, это единственная обязанность ачарьи, те, кто и настоящие участники Гауди миссии. И вот сейчас мне нужно объяснить, почему Санатан Госвами сказал Джагадананди Пандиту. У меня нет времени объяснять это детально, но в дальнейшем скажу. И вот Джагадананда Пандит отправился во Вриндаван, я уже сказал, Махапрабху сказал, даже через секунду ты не можешь находиться без Санатана. Это значит, Махапрабху говорит, что он Самбантагьяна-ачарья. Так, поскольку Махапрабху говорит, под руководством Санатаны ты можешь пойти и получить даршан этих 12 лесов Вриндавана, Двадашвана. Это значит, что Санатана Самбантагьяна-ачарья, это косвенно указывает на его положение. И Санатан Гасай, смотрите, однажды пришел в шафрановом тюрбане. Джагадананда готовил что-то в Гокула Махаване. Я там жил в лесу. И вот Джагадананда Пандит спросил, что за красная одежда у тебя на голове? Ну, красный тюрбан, откуда он? И какой из Сарасвати? Ну вот этот Джагадананда очень разгневался, хотел кинуть в него этим горшком с рисом. И тогда Санатан понял, и я вижу, какую огромную любовь ты имеешь к Махапрабху, что не можешь потерпеть даже тот шафрановый тюрбан на мне. Я хотел проверить тебя, посмотреть на твою реакцию, что с тобой будет, если ты увидишь этот красный тюрбан на моей голове, как у саньяси. И вот Санатана Госвами, если мог сказать,
Ну, он мог бы сказать, что это одежда, кусок одежды Махапрабху, тот же Ананда бы не возмутился. Тот сказал, какого-то, ну, какого-то там, откуда-то непонятно откуда. И это говорит о том, что Джагат Ананда Пандит имеет огромную бесконечную любовь к Махапрабху. Второе, когда Санатан Гасай, а почему Санатан Гасай сказал такие слова, что вайшнавы не, им не нужно носить шафрановую одежду? Это долгое время займет объяснить, но вкратце я скажу. Но, опять же, тут он с одной стороны сказал, но опять же не сказал, что там запрещено или вообще нельзя носить, а нежелательно как-то так. То есть не категорически, поскольку Махапрабху был при нем, они были вместе, и Махапрабху носил шафрановую одежду. И вот одежду саньяси. И вот Санатан Госвами, несомненно, хотел сказать что-то еще. И что это вайшнав. Ему не нужно одевать красную одежду, чтобы доказать, что они саду. Им не нужно носить шафрановую одежду, чтобы показать другим, что они саду, поскольку их смирение автоматически это показывает. Они причисляют себя к варнашам дхарме. И вот четыре варны, четыре ашрама, что четыре варны — это варна, брахмана, кшатрия, вайшья, шудра и четыре ашрама. Грихаста, ванапрастха, саньяса и перед этим брамачарьяша. И вот Санатан Госвами хотел сказать, что им не нужно одевать, носить шафрановую одежду, поскольку лучше избегать ношения шафрановой одежды, поскольку вайшнава не так. Парамахамса. А шафрановую одежду они носят, чтобы показать свое такое скромное положение в варнашрама дхарме. И это причина. Но кто-то говорит, тот неправильно. Если Санатана Госвами хотел бы сказать так, то это противоречит тому, что Махапрабху принял саньяс. Ишвар Парипад, Мадхавинда Парипад, Кешава Бхарати, кто нет, все вот саньяси, Брахмананда Бхарати, Брахмананда Пури, кто, о ком Махапрабху думал, что они его очень близкие, особенно вот Брахмананда Пури. Бхагаван, Верховный Господь, Парадхара Килешор. Он хотел находиться вместе с, вот, с ним. Что это значит? Рамананда, он внешне носит, был вашими домохозяином, но по сути был Парамахамса, Шивас Пандит, лучший из Парамахамс. Вакришва Пандит, Шиванананда Сен, Бхактинода Такур. Они лучшие из Парамахамс. Шрила Прабхупад лучший из Парамахамс, но специально он принял шафрановую одежду, саньяси. И даже те сахаджи, те, кто слушают Харикатху, здесь или там, идут, ну, убегают на Радакунду и думают, и что Шрила Прабхупад хотел сказать для них. Радакунда очень возвышенное место,
Шрила Прабхупад говорил, что не имеет права жить на Радхакунде, по крайней мере, будет молиться лотосным стопам Гирираджа Махараджа, чтобы он даровал ему место, как собаке. Мог ли он дать, может ли он даровать какое-то место рядом с ним? И это его настроение Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупад говорит: «О Гирирадж, Рагунадас Гасай». Он не требует у Радхарани, чтобы она какое-то место дала, чтобы жить на Радхакунде. Нет, на Говардхане, в молитве к Говардхану говорятся такие слова: «О Говардхан, пожалуйста, дай мне какое-то место, чтобы я мог находиться рядом с тобой, чтобы развить баджан, развить жажду к баджану». Лаласу. И вот так много сиддханты, я хочу сказать, и надеюсь, вы поняли, что искренне, без всякого лицемерия, чистая Гурварга, наша Гаудия Гурварга, те, кто исполняют эти наставления читания миссии, они несут эту читание миссию Махапрабху. Я также пытаюсь что-то делать для этой миссии, и вот те, кто искренне, серьезно, они всегда пытаются следовать читанию миссии, которая показана Бхактивинода Такурами и Шрилой Прабхупады. Они пытаются исполнять ее заветы, наставления и сохранять такой, какая она есть. Если они не исполняют эту читание миссию таким образом, каким нужно, результат, соответственно, такой, как сказать, плачевный. И вот мы должны сохранить это учение для будущих поколений. А если кто-то сознательно искажает его, то кто такие люди? Если кто-то пытается утвердить какую-то ложную сиддханту, то такие люди просто демоны. И вот поколение за поколением люди иногда, и могут следовать не тому, чему следовало бы следовать. И поэтому думаю, что читание миссии против них. Но, по сути, такие люди не находятся в читании миссии, они вне ее. Не знаю, может, кто-то недоволен будет такими словами, что они отделились от читания миссии, но что делать? И вот божественные действия и все остальное, вся деятельность Шрилы Прабхупады и его Гауди миссии, читание миссии, как Шрила Прабхупада Бхактивинода Такура, наша Гурварга, Шрила Кешава Госвами Махарадж всегда говорил правду. И Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж и остальные представители нашей Гурварги, они лучшие из Парамахамс. И вот относительно этой сиддханты, дополнение я буду говорить завтра. Сегодня время кончилось. I cannot speak properly, you know. Many things I like to speak. So, acaitanya midam vishvam yadi caitanya mishvaram na viduhu sarva sastrangya opihi brahmanti te janaha vanchakalpatarvasya kepasindu bhaja patitanam pavana bhavishnabhyo nam.